Азербайджано-британский колледж аккредитован в качестве члена Совета британских международных школ КОБИС. Это событие выводит азербайджанское учебное заведение в ранг лучших в регионе, отмечает директор школы ABC Карл Ландер. Совет британских международных школ включает в себя 450 лучших и самых престижных школ по всему миру. Быть членами организации означает то, что родители уверены в том, что их ребенок обучается в одной из лучших школ мира. Существует три уровня признания. Мы выбрали самый сложный – пройти аккредитацию. Для этого необходимо было пройти двухэтапную процедуру оценки и проверки. Процесс получения аккредитации начался в 2017 году, и только в 2020-м, пройдя все уровни предварительной подготовки и проверки, эксперты КОБИС тщательно проверили соответствие Азербайджано-британского колледжа всем высоким стандартам организации. А какие возможности для учеников открывает членство школы в Совете британских международных школ? Преимуществ много. Во-первых, мы можем давать ученикам самые лучшие практические знания. Мы развиваемся вместе с лучшими школами. Если есть слабые стороны, мы можем получить совет от экспертов КОБИС. Будучи членами этого совета, наши студенты могут принимать участие в международных соревнованиях по шахматам, изобразительному искусству, дебатах на различные темы. У нас больше возможностей направить наших студентов в лучшие университеты мира. Мы даем не только рекомендации, но и необходимые контакты. На достигнутом успехе школа ABC не собирается останавливаться. Как рассказал Карл Ландер, проводя для нас короткую экскурсию по школе, есть стратегический план на следующие 3 года. Для составления этого стратегического плана мы собрали учеников, родителей и учителей, чтобы узнать, что бы они хотели улучшить в жизни нашей школы, и выбрали 4-5 самых лучших предложений. Также мы учли советы экспертов Совета британских международных школ. Сюда включены многие вопросы, к примеру, касающиеся педагогики, обучения английскому языку и безопасности, чтобы мы могли смотреть за детьми лучше. Основанная в 2012 году школа ABC сегодня насчитывает 655 студентов из 25 стран мира, включая Азербайджан. Здесь функционирует детский сад, есть возможность получить дошкольное, начальное и среднее образование. В школе преподают 24 иностранных и 73 местных учителя. В программу обучения также входят азербайджанский язык, литература и история Азербайджана. Членство в Совете британских международных школ, несомненно, дает множество новых возможностей. По словам директора азербайджано-британского колледжа, впереди достижение основной цели – стать лучшим учебным заведением не только в Кавказском регионе, но и в мировом рейтинге школ. Медина Гурбанова, Джавид Гадыров, CBC.